Привет всем! Сегодня 12 марта, нескучный сад. Очередная тренировка команды Patriot. Сегодня мы продолжаем тренироваться, и в этом видео мы познакомим вас со всеми героями 4 сезона. Решили рассказать не только мою историю, не только историю Сани, но и историю тех, кто здесь тренит. Пообщаться с ними, например, того, зачем они вообще сюда приходят, зачем они тренят, какие цели перед собой ставят. И посмотрим, смогут ли они их добиться за время этого сезона. Все-таки полгода времени это немало. Давай, итак, Саню вы все знаете, видели много времени эфирного. Видели его обучалку на английском, да, Сань? Всем нравится? Пиндоска. Хороший комик. Так, ну давай, какие цели ты ставишь перед собой на вот эти вот полгода ближайшие, четвертый сезон? Ну, мне просто нечего делать, поэтому... На самом деле, я только что сказал Игорь, и Саня просто повторил. Да, это так и есть. Просто тренишь? Без цели? Без цели. И без результатов? И без результатов? Без результатов, конечно. Ну, хорошо. Вот Саня, можете написать 4-2-4-2 в комменте, если вы хотите дать свой голос за него. Следующий персонаж, Миша, с прошедшим тебя еще раз. Спасибо. А то наши подписчики не знали этого факта. Какие цели ты перед собой ставишь на ближайшие полгода, на четвертый сезон? На четвертый сезон увеличение количества выходов силы чистую в выполнении. Сколько ты сейчас делаешь? Ну, скажем так, 3 достаточно нормально, а 6 уже с плохой техникой. Соответственно, и полный медленный выход силы с прокрутом кистей. Без проворота я делаю достаточно легко, осталось... Медленный выход. Ну окей. Успехов тебе. Спасибо. Представься, пожалуйста, потому что тебя зрители не знают. Меня зовут Юра. Фамилию говорить? Нет, не обязательно. Да. Что ты хочешь, Юра, за полгода достичь на улице? Выход силой, 20 повторений. 20 выходов? 20 выходов. Нормально. Так, дальше. Отжимания на одной руке. 20 на каждой. Угу. Правильные, техничные. Так, полтинник подтягивания. Думаю, выполнимо. Ну, для начала 20. Угу. Ну вот, сотню на брусьях. Окей. То есть, ну такие реалистичные цели ставишь. Не тянешься к звездам просто. Да какие звезды? Нормально. Нормально. Ладно. А сейчас какие у тебя показатели? Просто чтобы сейчас знать. Показатели с подстраховкой делаю выход силы. Пока только 6-7 раз. Но сегодня в первый раз получилось. Получилось без петли сделать? Нет, с петлей. С петлей. С подстраховкой. Я понял. Окей. На брусьях подтягивания показатели. Ну, на данный момент 18 подтягиваний чистых. И на брусьях я выжимаю максимум чистых 28. То есть медленных, техничных. Нормально. Без рывков. Окей, успехов тебе тоже. Ну тоже скажи зрителям, кто ты? Меня зовут Кристина. Как ты узнала о тренировочках наших здесь? Я познакомила вообще с этим Наталья Пашков. Я посмотрела на ее видео, и как бы она меня познакомила вот с тобой. Она мне дала ссылку на тебя, я посмотрела ваше видео, я была поражена вашей силе, вашей выносливости, не на самом деле, вот, и мне тоже захотелось как бы сделать себя сильнее, ну и в лет походить. Окей, на полгода ближайшие какие ты цели ставишь перед собой? Моя цель сейчас сделать ласточку, это моя самая, сейчас я пока делаю только лягушку, но я хочу за эти полгода научиться делать ласточку. Ты говорил, что стойку на руках хотела освоить. Ну это же не сказать, что это ласточка. Нет. Это кто тут такое говорит? Вот он. Парень в штанах? Вот. Или вот этот парень? Да. Он сказал, ты сказал, что это ласточка, которая это. Я говорю, я хочу стойку на руках. А стойка на руках это горизонт. А, да, нет, стойка на руках это стойка на руках. Я думал, что это под турником. Что творится? Короче, ты хочешь стойку на руках? Да, стойку на руках. Сейчас пока не делаешь. Пока только лягушку. Только лягушку. 30 секунд уже. 30 секунд. По обучалке идешь нашей, по новой обучалке? Да, иду. Да через месяц уже все будешь делать. Посмотрим через месяц на твой прогресс. Еще что-то? Да. Еще я хочу увеличить правильность подтягивания. То сейчас я могу только чистыми сделать правильно 4 подтягивания. Хочу 10. И на брусьях я хочу хотя бы делать 10. Тоже правильно. Сейчас я делаю. Окей.
Всем привет. Привет. Меня зовут Евгений. Вот, 16 марта будет уже год, как я присоединился к тренировкам с ребятами из команды The Patriots. Но вот за этот год я себя приучил к тренировкам, мое тело окрепло, поэтому план на ближайшие полгода. Ну, вот у меня это флаг дракона, это выход силы на 2 и передний вес. Ну и набрать побольше мышечной массы. Кстати, за этот год научился делать флажок. Нормально так. А вот. За год прогресс. Окей, окей. А сколько тебе лет? 32. 32. Ну просто чтобы видели, что у нас не только школота занимается. Чтобы. Все могут заниматься, вне зависимости от возраста. Сейчас мы еще Серегу найдем. Погодите. Пару слов. Ну, мы знакомим всех наших зрителей 4 сезона с новыми участниками, чтобы не только про нас, но и про вас. Поэтому расскажи немножко о себе, чтобы люди знали, могли следить за твоим прогрессом и о том, чего ты хочешь достигнуть за ближайшие полгода тренировок, за четвертый сезон. Ну, я бы сказал, не полгода, а за ближайшие 10 месяцев. Ровно через 10 месяцев мне исполняется 50, поэтому задачи ставлю именно под день рождения. 50 подтягиваний, 50 отжиманий на брусья, 200 от пола, 20 выходов на 2. Вот, в принципе, ну, 20 подъемов переворотом. Вот. Нормально, такие цели. Ну окей, будем следить за твоим прогрессом тоже. Ну вот, нормально, одна цель уже выполнена, в принципе. Руки еще липкие из-за того, что холодный турник. Ну давай, скажи пару слов. Люди, конечно, тебя видели. Да, но моя цель научиться сделать качественный выход силой. Чтобы некачественный, наверное, я сделал несколько раз. Замолчи. Ну и замочить Санька. Шутка. На брусьях, больше него сделать. Шутка, на брусьях, да. Ну, на брусьях, наверное, до 50. А сейчас сколько? Уверенно дойти. Сейчас 45 примерно. 45. Ну, за полгода вполне. Да. Вполне. Ну, в общем, ничего особенного, ничего сверхъестественного, все достижимо. Ну и полумарафон. Скоро побежим. Полумарафон. Да. Ну, представься. Тебя, конечно, видели, но... Да, всем привет. Меня зовут Сергей. Вот. И мои цели на ближайшие полгода таковы. Прежде всего, я хочу, ну, наконец-то научиться делать выходы. Для этого подготовительная цель, которую уже практически достиг, это 20 подтягиваний за подход. Вот. А вторая моя цель, она немножко относится все-таки не к воркауту, к бегу. Вот. Я хочу до 1 июля поставить личный рекорд на полумарафоне. Это 1 час 20 минут. А сейчас за сколько? Сейчас 1:35. Ну окей. Ну ладно, будем следить за твоими успехами. Да. Успехов тебе в тренировочках. Спасибо. Меня зовут Виктор. Мои цели на концу августа — это начать подтягиваться где-то 45, лучше, конечно, 50 раз. Делать это 80 отжиманий от брусьев чистых, 15 выходов силой, стоечку там на руках. Ну и вообще, где-то элементов 10 фристайла надо выучить. Например, каких? Там, перелетики? Всякие. О, там перелетики, спичаги, там такие невелады, там, не знаю, как они вообще называются. Ну, как, сколько все. Ты сейчас подтягиваешься? Где-то в районе 40. 40. Как у тебя сейчас со стойкой? Ну, в общем, у меня главная проблема, что я изгибаюсь очень сильно, как скорпион. Нужно делать нормальную стойку. Равнять. Да, ну, в общем, там есть основы, надо точить. Обучалку видел нашу? Нет. Стойки за 4 недели. Смотри, на сайте есть. Потрясешь по ней, через месяц так уже будет. Ладно, удачи и тебе тоже. Посмотрим на твой прогресс. Вот, собственно, такие ребята. За их успехами будем следить в 4 сезоне. Также будем следить за успехами Сани. Да. Моими. Мою историю вы знаете. Прогресс, который я в прошлый раз за полгода набрал, можете видеть на фоточках вот слева и справа от меня. В этот раз будет больше упор на упражнения на пресс, на грудак. И посмотрим, чего можно добиться за полгода регулярных тренировок именно на улице. Сколько можно вкачаться, если действительно более-менее заморочиться на этой цели. Вот. Параллельно подтягиваем на одной
надо научиться нормально уже подтягиваться. Передний виз, стойка на руках, отжимания стойки. Вот, на самом деле, 4 момента, которые мы будем тренить. Что из этого выйдет, посмотрим. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях ко мне, к другим участникам. Все смотрят эти видосы, смотрят ваши комментарии, будут отвечать на них. И до встречи в Нескучном саду каждые выходные. Давайте тренить вместе. Всем пока. С вами была команда Patriots. И экран успехов вам в тренировках. Что? Экран не снимает. Я знаю, нет, он снимает просто. Просто я не вижу, что он снимает. Давай, давай. Ты должен говорить. Антон Лосрю, товарищи, ты тоже пресс провисает. Я беда. Ну нет, ну это не то. Ну не то, ну нет. Нет.